партийного проекта «Крепкая семья» депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина провела встречу с участницами командного первенства спортивного клуба «Школа Ольги Капрановой» по художественной гимнастике. Участие в соревновании, которое проходило в Звенигороде, приняли юные спортсменки от 4 до 12 лет. Парламентария отметила, что спортивное воспитание вносит свой вклад в укрепление института семьи.